Миша Вепринцев, 6 лет, город Москва. Я очень люблю играть в лего и в динозавров. У меня есть много игрушек. Лего, динозавр. Я только что взял с собой всякие игрушки в пакете с динозаврами лекшами. Это очень круто. Еще я люблю ходить на съемки. Там я зарабатываю много чего, может даже подарки. Вот это будет какой-нибудь лего когда-нибудь на съемках какой-нибудь. Еще я хочу, чтобы побыстрее наступила еще одна зима, потому что я не очень люблю пчел шмелей, потому что они со мной постоянно гоняются. И поэтому я однажды убежал. Но мне удается от них отбегать и сбегать. Так что это очень круто. Я жду зимы, чтобы все они заснули. И комаров не люблю, а то каждый комар каждую ночь мне летом, весной и осенью жужжит в каждом ухе. Мне это очень не нравится.